Друзья, привет! Вот показывал уже много раз вот эту стойку. Пригодилась и под шуруповерт. В других видео вот вы видели, она под дрель, а в данном случае вот под шурик, если что. Вот он вот так вот здесь уложился, да, вот ровненько. Ну, нормальная тема. Вот так, если его положить, лежит ровно. И все, и можно что-нибудь под ровным положением, в ровном положении делать, шлифовать, допустим. Вот. Вот, вот так вот. Подточить ножик, допустим. Ну, или еще что-то. Вот здесь можно стяжку на курок поставить, стяжку для проводов. И он будет в автономном режиме работать. Вот такая приблуда, короче, у нас она. Опа, нормалды. Нормалды зашлифовывает. Ну, а дрель вы видели, тут она как... Ну, это как точильный такой получается станочек. Вот это вот все, обрез, это остатки, это, ну, как сказать, хлам. Это уже на выброс. Ну, вот применился этот хлам. Я и про болгарочную стойку показывал тоже. Посмотрите по ссылкам в описании вообще все видосы. Да и просто как бы прокомментируйте свои мнения. Это площадка и две вот такие вот стенки. В одной стенке вот такая ниша. Под заднюю часть шуруповерта или дрели. Дрель плотно вот здесь встает, и она не дергается. И здесь вот, вот так вот он просовывается он в то отверстие, вот сюда, там для упора. Такая вот конструкция. Ну и на липучке можно. Ну тут шкурка, кстати, не та, которая нужна. Ну ладно, какая есть. Все снимается спонтанно, в естественном режиме. Кому понравилось, оставайтесь со мной. Всем спасибо, всем пока.